Шокирующую статистику обнародовали британские ученые. Каждый год от приема таблеток, прививок и новомодных способов лечения гибнет людей больше, чем во всех автомобильных авиационных катастрофах вместе взятых. Почему лекарства, которые придумываются для того, чтобы нашу жизнь продлить, наоборот, ее укорачивают? И почему каждый год медицина открывает все новые и новые болезни, о которых еще совсем недавно мы и знать не знали? Что думает об этом официальная наука и каковы гипотезы несогласных с ней исследователей? Смотрим. Сегодня в нашей программе вы увидите. Отчего сидеть вредно? И почему у всех сегодня болит спина? Это болевой синдром нации. Откуда берутся лишние килограммы? И кто сильнее, толстый или тонкий человек? Между мышцами накапливается жир, как бутерброд. Куда делась привычка гулять? И зачем мы отказались от солнца и воздуха? Уходят даже хронические заболевания. Врачи бьют тревогу. Шокирующая статистика утверждает, сегодня у каждого второго современного мужчины болит спина или шея. И это очень опасно. Хрустит позвоночник при повороте головы? Ломит поясницу? Тянет у лопаток? Добро пожаловать в 21 век. Сейчас это приняло характер эпидемии. Это болевой синдром нации. У нас очень сложно найти человека, у которого бы не болело все тело, не болели суставы, спина, вот этот пресловутый остеохондроз и так далее. Но как же так получилось? Почему даже здоровые молодые мужчины становятся хилыми и сгорбленными? Эксперты уверенно говорят, виноват современный образ жизни, новые поведенческие привычки и научно-технический прогресс. За столом в офисе, за рулем автомобиля, за барной стойкой или дома перед телевизором мы все время сидим. И как результат мучаемся от хронических болей в пояснице, коленях и суставах. Люди сели. И иногда вдруг вскакивают с места, бегут там в горы, по лыжах, потом снова садятся. Сидят неделями, по 5 дней в офис, потом вдруг бегают. И в этой резкой смене деятельности, утверждают эксперты, главная опасность. Мы все еще помним, что сильная половина человечества должна проявлять силу. Но настоящий русский мужик все делает не по расчету, а по зову своей души. Это он пролежит 33 года на печи, а потом внезапно пойдет помогать соседям при переезде и потащит по лестнице чугунную ванну. Это он просидит 3 часа за рулем в пробке, а потом начнет кидать в багажник мешки с картошкой. И это он будет голыми руками вытаскивать застрявшую в сугробе машину жены, как сделал Вадим Баринов, после чего мужчина просто перестал чувствовать правую ногу. Моя правая стала неметь. Она, на нем нельзя было наступать, на нем нельзя было... Я ходил маленькими там шажками. Вот меня жена возила на машине. Диагноз – межпозвонковая грыжа. В народе говорят – надорвался. Врачи предложили операцию, но была опасность остаться инвалидом на всю жизнь. Что же делать? Вадим Баринов слышал, что при грыже помогает выполнение упражнений. Но каких? Он начал пробовать все подряд. Поликлиника и кабинет физиотерапии, фитнес-центры стали ему вторым домом на несколько лет. Еще раз я получил обострение, травму, короче. У меня уже не было устойчивых улучшений, а потом стало ухудшаться. Ухудшаться. Оказалось, не всякое движение лечит. Но Вадим Баринов был уверен, что он на правильном пути. Он решил самостоятельно найти способ выздороветь. Штудировал медицинские справочники, читал отзывы в интернете и нашел систему лечебной гимнастики кинезитерапии. Там совсем другая методика. Аналогичная, понятно. Ну, то есть я не просто ее говорю как попугай, а я ее как бы понимаю. Декомпрессионные упражнения, то есть нету нагрузки на непосредственно, ну, там, на суставы даже нету нагрузки. У меня оно на 5-й раз уже стало проходить. Ну, 12 занятий, там 5-й, 6-й, 8-й, 8-й, 9-й. Но это в регулярности. Прошло 14 лет.
Вадим Баринов чувствует себя прекрасно. И сегодня о том случае помнит лишь потому, что тогда открыл для себя важную вещь. Физические нагрузки должны быть регулярными. Если не закреплять результат, то все вернется как было. Так неужели настоящий мужчина не найдет 2 часа раз в 2 дня, вместо того, чтобы навсегда остаться калекой? Закон мышечной ткани – 48 часов. То есть мышца хранит информацию об упражнении 2 суток, 2 дня. То есть если я в понедельник сделал гимнастику, ноги, тело, руки, то хорошую гимнастику, до пота, она помнит эту информацию до среды. Понедельник, среда, пятница, я должен поддерживать эту информацию. Более того, доктор медицинских наук Сергей Бубновский на своей практике открыл то, о чем нам раньше никто не рассказывал. Если мало двигаться, мышцы слабеют, и при любой травме будут восстанавливаться хуже, чем подготовленные. Отцу 3 детей, Андрею Овсянникову, как многим из нас, всю жизнь было не до физподготовки. Работа связана с автомобилем очень много, поэтому она сидячая. И дефицит движения налицо. В один прекрасный день летом на даче Андрей переносил дрова в дом. И ветхая половица на полу треснула, пол провалился, и вместе с ним нога дачника. Резкая вспышка боли, и на секунду мужчина даже потерял сознание. Диагноз – ушиб и порванные связки в колене. Правая нога, соответственно, вывернулась, вот, и оказалась на уровне уха. Вот. Резкая боль, ощущение, что были порваны вены. Когда пришел в себя, значит, вылез из этого лаза. И где-то около суток я там пытался прийти в чувство. Колено распухло страшно. После таких травм восстанавливаются немногие. Хромота может остаться на всю жизнь. Так сказали врачи в больнице, где мужчине наложили повязку, вкололи обезболивающее и запретили двигаться. Колено должно быть в покое. А если будет самовольничать, то и больничные могут аннулировать. Поскольку финансовые обязательства и время, в общем, не нервировали, то есть приходилось как-то обеспечивать жизнь. Хотелось двигаться, хотелось выйти на работу. На что мне было сказано врачами-травматологами: не торопись. Этот ответ меня не устроил. Я начал в интернете изучать, с чем, собственно, связана травма колена. Парадоксально, но справляться с такими травмами надо вовсе не так, как это делали раньше. Чтобы мышцы расслабились и включился процесс регенерации, сначала они должны поработать. При травме коленного сустава специалисты по кинезитерапии рекомендуют не сидеть, а наоборот сгибать и разгибать колено. И много ходить, как бы ни было больно. Так разрабатывается сустав. Каждый сустав в течение дня должен быть разработан. Это общее правило. Иначе будет эффект загустевающего желе. Вам больно, вы его бережете, и он дальше будет сковываться, и вы потеряете просто функцию. И его надо разрабатывать через небольшую боль. Сильную нет, через небольшую можно вначале. Жидкость внутри сустава, вот она полна питательными веществами. А как она может проникать в хрящ? Только при нагрузке. Памп. Вы идете, вы повышаете давление в суставе, и от этого давления жидкость пенетрирует в хрящ. Поэтому да, ходьба, да, движение. Это единственный физиологичный доступный метод питания хряща. И как бы ни сопротивлялись обычные травматологи, а Андрей решил с ними больше не советоваться, регулярные тренировки помогли. Колено прошло и уже не беспокоит. Как будто и не было травмы. Мужчина продолжает заниматься по методу кинезитерапии, укрепляя свои мышцы. Нагрузка через настольный теннис на колено, в принципе, уже не имело значения. То есть колено не болело. Вместе с сыном и с 2 дочками стараюсь их приобщать к движению. Поэтому велосипед обязательно летом. Со своим старшим сыном могу поотжиматься, повисеть на турнике. Но самая большая проблема современных мужчин со спиной, которая происходит от нехватки правильной нагрузки на позвоночник – межпозвонковые грыжи.
Звучит страшно, но в возрасте от 30 до 55 лет, самой активной фазе жизни, этим недугом страдает чуть ли не каждый шестой россиянин. И многие об этом не знают или даже боятся думать о диагностике собственной боли в спине. А между тем есть вполне реальный, мужественный и практически бесплатный способ победить эту проблему 21 века. А теперь внимание! Город русской славы – Севастополь. Дорогой моему сердцу – Симферополь. Героический Крым. Сбылась моя мечта. Еду к вам в гости. В Симферополе жду вас, уважаемые крымчане, 28 июля во Дворце культуры профсоюзов. В Севастополе буду 30 июля. Встречаемся в культурно-информационном центре. Тем у меня для разговора с вами море. Конечно, это Россия, Украина, Крым. Кто виноват и что делать, чтобы все, что натворили политические проходимцы с Майдана, быстрее закончилось? История. Великая история Крыма. Какие тайны еще не разгаданы? Крым. Таинственный, загадочный и непостижимый. Тут я хочу послушать вас, дорогие крымчане. Что скажете, Карадагское чудовище – это сказка или в ней есть намек на реальность? Крымские мегалиты. Это так постаралась природа или ветхозаветные великаны? Захоронение людей с длинными черепами в Гурзуфе. Кто они? Гости с планеты Нибиру или последователи неведомого древнего культа? Для того, чтобы каждый из вас свободно мог поделиться своей историей, интересным фактом, невероятным наблюдением, мы даже специально из Москвы привозим с собой передвижную студию. Самые интересные из ваших рассказов мы покажем в наших программах. Самые шокирующие гипотезы – военная тайна, территория заблуждений. Итак, друзья, я еду в Крым. Какое счастье! В Симферополе жду вас 28 июля во Дворце культуры профсоюзов. В Севастополе буду 30 июля. Встречаемся в культурно-информационном центре. Билеты на сайте касса24.ру, ну и, конечно, в кассах этих уважаемых залов. Итак, до встречи в Крыму. Надеюсь, барабулька не закончится, Массандра не высохнет и ночи будут ласковы, как всегда. Как жить, когда надорвал спину? Прошел месяц или полтора, я себя чувствую великолепно. Почему движение лечит? Тот, кто лег, у него будет и болеть дольше. Совместный проект телеканала РЕН-ТВ и благотворительного фонда World Vita. Софии 2 года. У нее редкое заболевание. Врожденный латентный сустав обеих костей левой голени. Требуется хирургическое вмешательство. Стоимость операции 7 миллионов 45 361 рубль. Вы можете помочь Софии, отправив СМС с любой суммой на номер 8888. Также деньги можно перечислить на сайте ren.tv. Вместе мы справимся. Владислав Кузнецов – ветеран советского бодибилдинга. Когда он начинал карьеру в СССР в 80-х, только появились первые спортзалы. Профессиональных станков тогда не было, и в помине. Юные спортсмены сами сваривали запчасти для спортивных тренажеров. И вот во время тренировки тренажер Владислава сломался. Это чуть не стоило ему жизни. Я помню, жим ногами выполнял, а станок был некачественный, и у него платформа двигалась. Соответственно, у меня произошло смещение межпозвонкового диска, как я потом выучил. Боль была адская, и я просто-напросто килограмм 480, по-моему, я тогда жал. Вот. И у меня такое ощущение было, как будто нож в спину тебе всунули. Первое время Владислав Кузнецов думал, что ходить больше не сможет. Такой сильной была боль в спине. А в период развала Союза, когда через экраны телевидения заряжали воду, как панацею от всех болезней, найти врача, который бы смог поставить правильный диагноз и прописать лечение, было нелегко. Мужчина перетерпел, и боль со временем отступила. Но это не значит, что проблема исчезла. Спустя много лет она снова дала о себе знать. Я начал набирать форму физическую, то есть практически такие же тяжести начали двигать, и у меня произошел опять такой же удар, так сказать. После этого меня парализовало практически. То есть полтора месяца я не мог двигаться. Вот. Трудно было кашлянуть, трудно было дышать. В туалет я не ходил. То есть мне приносили эту вот как там утку. Вот. Я не мог повернуться, я не мог там, ну, практически все.
больница, обследование и диагноз. 9-миллиметровая грыжа. Врачи сказали срочно оперировать, иначе грозит инвалидность. А на занятиях спортом точно можно поставить крест. Но такой подход сегодня уже устарел. Я считаю, что оперировать межпозвонковые грыжи – это очень большая ошибка медиков. Грыжа ничего не зажимает. Чисто анатомически она находится на другом уровне с нервом, и нерв не зажимает. Как говорят многие нейрохирурги, если не большинство. Если бы грыжа ущемила нерв, человек бы парализовала, как минимум, или был бы парез. И по совету опытного нейрохирурга Владислав Кузнецов отказался от операции. Он перепробовал все – от массажей, китайской медицины до гимнастики. Со временем спортсмен разработал свою систему упражнений, которая помогла ему жить, работать и даже тренировать олимпийскую сборную Китая. Последнее МРТ, когда я сделал, это был год назад. МРТ показало, что у меня 9 миллиметров нет. А у меня пропали боли. Оказывается, грыжи, если они высыхают, имеют способность высыхать, рассыпаются. Казалось бы, счастливый конец этой истории. Но грыжа бесследно не проходит. Пару месяцев назад Владислав совершал длительную поездку на машине, когда снова почувствовал резкую боль в спине. У меня, с одной стороны, грыжа лопнула, высохла, так сказать, осыпалась. Ну, как-то там организм регенерации, процессы все-таки существуют, как бы ни говорили там люди. Вот. А с другой стороны, значит, соответственно, новые протрузии появились. Протрузия – это начальная стадия межпозвонковой грыжи. То есть опять все сначала. Казалось, что решение есть. Владислав приступил к знакомым упражнениям, но здесь опробованный комплекс помогать перестал. Тогда знакомый тренер с подобной проблемой порекомендовал Владиславу попробовать декомпрессионные упражнения доктора Бубновского. Суть метода в том, что с помощью специальных амортизаторов получается работать с мышцей в положении лежа, что важно, когда у человека острая боль. В таком случае не нагружается сустав. Некоторых смущает в методе то, что работа происходит на этапе воспалительного процесса. Приходится заниматься, преодолевая болевые ощущения. Но кроме того, что это правильно, настоящих мужчин это не пугает. Владислав Кузнецов решил испробовать систему на себе. И через боль, со слезами на глазах, с криками. То есть я выполнил 3 упражнения. Конкретно по системе, да. Сейчас вот уже прошел месяц или полтора. Я себя чувствую великолепно. Почему я выставил видео-то? Хвала. Я сказал, респект, Бубновский, я тебя уважаю. Вот. От боли в спине не застрахован никто, даже сами врачи. Но как же сами медицинские специалисты лечат у себя эти болезни? Александр Мясников – главный врач Московской городской клинической больницы номер 71. Он тоже проводит много времени, сидя за столом, изучая больничные карты и корректируя лечение пациентов. При этом доктор живет активной жизнью, но и его боль в спине не обошла стороной. Я никогда не болел спина. Я занимаюсь активно спортом, штангой, борьбой, боксом. Никогда. И вот я сглазил. У меня на днях заболела спина. Ко мне от моей секретарши до водителя все рассказывают, к какому доктору я должен пойти, какое МРТ сделать, что я должен принимать и так далее. Но Александр Мясников, врач в 4-м поколении, приверженец других методов. Он считает, что для здоровья организм необходимо держать в тонусе. Залечивать человека не надо. Порой нужно всего лишь помочь организму восстановиться самостоятельно. Колоть обезболивающее или пить лекарства – крайняя мера. Я невольно провожу параллель с жизнью 20-30 лет назад. И тогда тоже болела спина. И тоже болели суставы. Но я, насколько помню, как-то особо никто на это дело не заморачивался. И когда ты приходил там с болью где-то, в спортивный зал или на урок физкультуры, или на спорт в секцию, тебе тренер говорил, ну иди повиси по турнику, на турнике и еще 2 круга. А сейчас острые хронические болезни – целая индустрия. Докторам выгодно сохранять цикл блокады, витамины, массаж и гимнастика. Все стоит больших денег, которые порой даже не покрывает страховка. И мало кто из обычных людей знает, что выздороветь можно и бесплатно. У нас половина нации страдает хроническим болевым синдромом. Этот синдром активно эксплуатируют врачи. Частично по незнанию, частично из-за того, что это люди готовы заплатить деньги
за ненужные вещи. Все эти процедуры дорогостоящие в итоге. Сколько стоит МРТ, сколько стоит... Я просчитывал. Вот в принципе это около 40 тысяч рублей. Несколько дней Александр Леонидович посвятил интенсивным упражнениям. Дома не отлеживался, работу не пропускал. И боль прошла. Не понадобились ни таблетки, ни уколы. Или если вы двигаетесь, то тот, кто лег, у него будет и болеть дольше. И остаточные явления будут находиться. Это четко доказанная вещь. И ложиться не надо. Мало кто знает, но именно правильное движение может излечить от самых страшных проблем с позвоночником. Александра Бернацких из Белоруссии недавно научилась снова стоять. До первых шагов еще много тяжелой работы. Но после тяжелой аварии и страшного диагноза перелом позвоночника Саша могла никогда не встать на ноги. Всей семьей чета Бернацких путешествуют на машине, объездили уже 29 стран. Последняя поездка по Турции омрачилась серьезной аварией. На автобане при перестроении в их машину въехала фура. Мы надеемся, дочь будет ходить, динамика хорошая. У нее перелом позвоночника, да. Т5 со смещением нижних. Она ножки чувствует, но не может двигать, естественно. Да. Но операция прекрасно прошла в Турции. Это так мы коротко расскажем. Да. А теперь мы боремся за реабилитацию. Процесс реабилитации после травм всегда длительный и очень сложный. Человеку необходимо выкладываться на 110%, ведь он сам становится кузнецом своего здоровья. Такие упражнения не всегда даются пациенту легко. Приходится очень много работать. Александра проходит уже третий курс, но приложив определенные усилия и настроившись на лучшее, всегда можно ожидать результата. Я очень сильнее стала за этот курс. Отжимаюсь уже от пола. Правая нога начинает уже как-то движение приходить. Сергей Михайлович Бубновский сам испытал такое на собственном опыте. Много лет назад он попал в тяжелую аварию и тоже мог никогда не встать с инвалидного кресла. Но он стал искать способ восстановиться, и оказалось, что это возможно. Сегодня доктор Бубновский уверен, что реабилитационный период необходимо начинать сразу после получения травмы. Порой это означает даже то, что операция может и не понадобиться. У меня история достаточно была печальная, с многими переломами в позвоночнике в том числе, но, слава богу, мне их не прооперировали. Не то время было, Советский Союз. Сергей Михайлович разработал для нашей команды «КамАЗ-мастер», участников гонок «Париж-Дакар», специальный комплекс упражнений. И он не раз спасал участников жесткой гонки от инвалидной коляски. Каждое соревнование «Дакар» — это всегда скорость, мощность и рев моторов на самых трудных трассах в пустыне. Радость победы часто омрачается авариями. Во время самих гонок ломали позвоночник компрессионный. В жаре на Сахаре 54 градуса. Доктор Бубновский один из немногих, кто мог ставить диагноз без анамнеза и вправлять сломанные позвонки в жаркой Сахаре. Невероятно. Гонщики получали серьезную травму позвоночника, но продолжали ехать дальше. Я помогал им вовремя, и ребята проезжали дальше. Весь Дакар. После снимка, когда делали снимок, завершения турнира, когда делали снимок позвоночника, оказалось, что у них позвонки сломаны, но срослись. И ребята продолжают ездить дальше. Ну уж куда более яркий пример. А это означает, что наш организм – очень умная система, запрограммированная на активное движение. И в этом и есть секрет здоровья и долголетия. Почему у толстых все болит? Между мышцами накапливается жир, как бутерброд. Какие части тела держать в тепле, а какие в холоде? Большинство людей незакаленные, то есть они не знают процессов терморегуляции, происходящих в организме. Мало кто знает, что большая часть проблем со спиной из-за лишнего веса. Или же отросший животик и круглые бока их усугубляют. Вот как это объясняют эксперты. Жировая прослойка на животе, на бедрах, на спине ведет к снижению кровообращения позвоночника. Острая боль в пояснице очень часто преследует людей с лишним весом. Я не могу подняться, мне тяжело.
Дыши, вдох носом, выдох ртом. Большим людям иногда и на пол-то трудно спуститься. То есть я могу на кушетке тренироваться? Да, или на столе. Главное, чтобы из-за упражнений улучшалось кровообращение. Жировая ткань состоит из кровеносных сосудов, как и другие органы. Но она забирает себе всю кровь, предназначенную для мышц. Чем больше лишнего веса, тем меньше кровь снабжает внутренние органы. До позвоночника она просто перестает доходить. И как следствие, человек с лишним весом может испытывать резкую боль при элементарном наклоне. Он сделал движение, заболела спина, потому что мышцы не сработали. Между мышцами накапливается жир, как бутерброд. И человек становится незащищенным от любых физических нагрузок. Поэтому полные люди даже ходить-то не могут. У них одышка. Сегодня, если ты работаешь в офисе, значит, добился успеха. Многие стремятся уйти от настоящей мужской работы к сидению за столом и редким забегам в курилку. И от этого здоровых мужчин становится все меньше. Кто глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. А так было в СССР. По утрам из радиоприемника или телевизора шел призыв к выполнению гимнастических упражнений. С утра люди, собираясь на работу, слушали и, если не делали утреннюю зарядку, то настраивались на активные будни. Даже на работе, в цеху или кабинете, на природе или в школах была производственная пауза на физкультуру. И мало кто представляет, сколько сегодня мы потеряли, перестав делать это. Все инертные, поэтому детишки у нас сейчас, посмотрите, в школах толстенькие, сутуленькие. Раньше как у нас было в школах? Сядь ровно, Кузнецов, не сутулься. Учитель подойдет по спинке тебе, потому что она заботилась. А сейчас что? А все почему? После перестройки мы переняли западный подход к культуре тела. Гимнастика здесь никогда не вызывала такой интерес, как тренажеры, которые сами за тебя поработают. И потрут, и помассируют, и нужную форму отладят. Мода на фитнес пришла к нам из-за рубежа. Фитнес-клубы выросли по всей России в 2000-х, как грибы после дождя. Это неплохо. Но у нас еще нет школы подготовки квалифицированных тренеров, которые действительно знают, что нужно обычным завсегдатаям офисов. Так и появляются в спортзалах новички, которые думают, что с тренажерами они-то справятся. Да что там уметь? Сегодня фитнес-клуб, в первую очередь, это место, где на клиентах зарабатывают деньги. Занятие фитнесом идет когда? Когда ты хочешь получить хорошую фигуру, что-то изменить за 1-2 месяца. Так не бывает. В Америке бушует мода на спортивные марафоны. И речь не всегда о беге. Смотрите, они стоят и ничего не делают. Это упражнение называется планка. Постой так 30 дней по 5 минут, и твоя фигура из такой трансформируется вот в такую. Планка – хорошее упражнение. Никогда не надо стремиться одним упражнением заменить все. Так тоже не бывает. А при всем уважении к планке, статическое напряжение никогда не изменит динамику. Зато можно стоять так в разных местах, доводя спортивный образ жизни до абсурда. Вот планка на дереве, а вот на стремянке, да и на ленту в супермаркете можно упасть. Или на проезжую часть. Ради лайков в интернете можно и на крыло самолета забраться. Масса вариаций. Остальное ограничено фантазией. Но зачем они это делают? Сегодня очень модно доказывать свою хорошую спортивную форму, выкладывая в соцсети видео, кто сколько простоит в планке. Интернет-издания пестрят статьями типа «Постой в планке 30 дней по 30 секунд, и ты будешь суперстройным». Но если бы все было так просто. Более того, именно это упражнение может быть крайне опасным. В Австралии молодой мужчина умер после выполнения планки. Решил доказать друзьям, что он может зависнуть в статике где угодно. Подвыпившая компания на вечеринке поспорила. Выбрали перила балкона. Молодой парень потерял равновесие и упал с 8-го этажа. И хотя это крайности, многие даже не подозревают, что планка противопоказана людям с сосудистыми и сердечными заболеваниями. В статическом упражнении замедляется кровоток. Она даже может привести к инфаркту или инсульту.
Это упражнения, которые могут выполнять физически одаренные люди, здоровые. Они между собой упражняются. Они говорят, дольше простоишь планки. Это вообще беда. Планка – это 6 секунд максимум под контролем специалиста. При этом, если ты молод, здоров, но физически не подготовлен к выполнению серьезных упражнений, то постоять в планке будет не лишним. Надо же с чего-то начинать. Но, как и любое упражнение, выполнять его надо с учетом своих особенностей, а не тупо следуя моде. А если ты хочешь похудеть, подтянуть форму, все эти соревнования по тому, кто больше простоит, бесполезны. Надо двигаться и вести активный образ жизни, а не приходить в спортзал раз в неделю в надежде на прогресс. Простудные заболевания атакуют. Мы болеем уже несколько раз в год. Постоянная пандемия простудных заболеваний, и вот уже грипп два раза подряд. А из цикла ОРВИ не вырваться вовсе. И как мы обычно поступаем? Выпиваем противовирусное, кутаемся в одеяло, одеваем шерстяные носки, выпиваем литр горячего чая и ложимся в постель. И немногие знают, что такой способ лишь снимает симптомы, но не сделает нас полностью здоровыми. Большинство людей незакаленные, то есть они не знают процессов терморегуляции, происходящих в организме. Специалисты утверждают, что норма для температуры в спальне ночью 15 градусов, днем в комнате 18. Холодно? Это тот уровень иммунитета, который был дан нам природой. С появлением центрального отопления мы стали бояться холода, а холод наш главный лекарь. На человеке должно быть летом не больше 2 слоев одежды, зимой не больше 3 слоев одежды. На ребенке на 1 слой меньше. Более того, тепловые процедуры могут быть опасны. Прогревание, тепловое обертывание, сидение в ванной или хамаме грозит развитием раковых клеток. Страх холода привела та же медицина. Или старые бабки, которые всегда лечили в деревне, и когда им было плохо, они кутали на себя валенки, заходили там все, на печку лежали. Бациллы действительно выходят с потом во время повышенной температуры тела. Но потом любой сквозняк может запросто продуть вылеченного на горячей печке человека и ввести его в хроническую болезнь. Закаливание здесь не происходит. Просто болезнь придет чуть позже. Мы должны постоянно быть на воздухе, у нас должны быть открыты форточки. Не надо бояться вот так называемых сквозняков, потому что сквозняк – это когда в одно воздух заходит место, из другого выходит. Так закрой дверь, открой окно, казалось бы. Это видео повергнет в шок неподготовленного к морозам зрителя. Детсадовцы стоят босиком на снегу, обливаются из ведерок холодной водой. Я чувствую, что мог бы получить пневмонию, просто наблюдая за этим. Это один из почти 500 000 комментариев к видео, взорвавшему интернет. Как бы не так, эти дети не болеют. В этом обычном детском саду в Красноярске уже 20 лет закаливают детей таким способом. Это обычный красноярский детский сад. Сначала парилка, потом карапузы выбегают на улицу и с радостными криками выливают на себя ведра воды. Вот моя практика показывает, что даже тяжело болеющие дети, у которых к 10 годам накапливается до 20 различных хронических воспалительных заболеваний, могут сразу погружаться в холодную воду на 5 секунд с головой, потом обертываться сухим полотенцем или простынью, и через 2-3-4 процедуры у них следа не остается от этих застоев, которые возникли в бронхах. А в Иркутске юные мамы закаливают себя и совсем еще грудничков ледяной водицей. И они знают, что делать. Но почему же они не простужаются во время этих процедур? А теперь внимание! Город русской славы – Севастополь. Дорогой моему сердцу – Симферополь. Героический Крым. Сбылась моя мечта. Еду к вам в гости. В Симферополе жду вас, уважаемые крымчане, 28 июля во Дворце культуры профсоюзов. В Севастополе буду 30 июля. Встречаемся в культурно-информационном центре. Тем у меня для разговора с вами море. Конечно, это Россия, Украина, Крым. Кто виноват и что делать, чтобы все, что натворили политические проходимцы с Майдана, быстрее закончилось? История. Великая история Крыма. Какие тайны еще не разгаданы? Крым
таинственный, загадочный и непостижимый. Тут я хочу послушать вас, дорогие крымчане. Что скажете, карадагское чудовище – это сказка или в ней есть намек на реальность? Крымские мегалиты – это так постаралась природа или ветхозаветные великаны? Захоронение людей с длинными черепами в Гурзуфе. Кто они? Гости с планеты Нибиру или последователи неведомого древнего культа? Для того, чтобы каждый из вас свободно мог поделиться своей историей, интересным фактом, невероятным наблюдением, мы даже специально из Москвы привозим с собой передвижную студию. Самые интересные из ваших рассказов мы покажем в наших программах. Самые шокирующие гипотезы – военная тайна, территория заблуждений. Итак, друзья, я еду в Крым. Какое счастье! В Симферополе жду вас 28 июля во Дворце культуры профсоюзов. В Севастополе буду 30 июля. Встречаемся в культурно-информационном центре. Билеты на сайте касса24.ру, ну и, конечно, в кассах этих уважаемых залов. Итак, до встречи в Крыму. Надеюсь, барабулька не закончится, Массандра не высохнет и ночи будут ласковы, как всегда. Что дает закаливание? Появилась бодрость, молодость, сила духа. И как продлить годы активной жизни? Уходят даже хронические заболевания. Процесс терморегуляции включается не где-нибудь, а в головном мозге. Центр этого процесса находится в гипоталамусе. Исконное русское закаливание – выливать на себя ведро бодрящей ледяной воды или окунаться в прорубь с головой после бани – суровый вариант. Но годится для каждого, кто хочет перестать болеть гриппом и ОРВИ. Закаливание – это резкая процедура. Это взяли сразу, прыгнули в холодную воду, самая низкая температура, там, плюс 4, и встали 5-10 секунд, но обязательно, чтобы голова была опущена в холодную воду, хотя бы на 1-2 секунды. Тогда включается терморегуляция. Крещенские морозы – классическая процедура закаливания. Люди окунаются в прорубь от мала до велика, и никто не заболеет, если выполнять все правильно. Первый секрет в том, чтобы обязательно погрузиться с головой, только тогда и будет толк. А про второй расскажет врач. Как врач я предупреждаю, для профилактики обморожений надо немножко подготовить себя к этой процедуре. Обязательно используйте тапочки, чтобы не идти босыми ногами по снегу, а тем более по льду. И коврик, на котором какое-то время вы будете опираться, чтобы погрузиться в купель. Немногие знают, важно проконсультироваться со специалистом, если у вас проблемы с сосудами или сердцем. С процедурой не надо затягивать. Пришел и сразу погружаться в воду. Время отца. Одно дело лекции по закаливанию читать, другое дело своим примером доказывать. Вот она, польза. Конечно, русская баня – одна из самых эффективных физиотерапевтических процедур в мире. В баню раньше заходили после тяжелой работы, трудового дня, разогревшись и вспотев. Но вовсе не для того, чтобы еще сильнее нагреться. Мы раньше и не задумывались, но самый сильный эффект русской бани достигается за счет контраста горячего пара и ледяной воды. Потом помылись, и потом зашли в парилку влажную, подбрасывали камушки, вытекал из них пот вместе со всем содержимым метаболизма, и потом заканчивали холодной водой. И вот как это работает. При резком контрасте разгоряченного тела с ледяной водой активируется защитная реакция организма. За пару секунд температура может повыситься до 42 градусов. Уже при 43 закипает кровь. Но наш организм – самая совершенная система. Поднимая температуру до 42 градусов всего на пару секунд, он противостоит всем вредным клеткам. Ни один вирус не выживет в такой парилке. А для человека сплошная польза. И ведь доказано столетиями банных процедур. Константин Константинов решил испробовать на себе способ закаливания в ледяной воде. Сделать шоковую встряску для иммунитета. Чем не занятие для самых смелых? Но сначала нужно разогнать кровь и сделать небольшую разминку. Даже для спортивного юноши первый раз дался нелегко. И главное – вытереться насухо полотенцем с головы до ног. Растираемся быстро и в то же время качественно.
То есть вы должны растереть, прям почувствовать. Краснота должна. А потом можно пить горячий чай и прислушиваться к ощущению обновления и свежести. При таком резком шоковом закаливании активизируются иммунные клетки нашего организма. Они вступают в борьбу со всеми вредоносными клетками, вирусами, бактериями, инфекциями и даже опухолями. И это единственный способ включить свой спящий иммунитет. За счет чего происходит целебный эффект? Я вам обещал рассказать. Вот сейчас я расскажу, я прям чувствую, как у меня процессы начали запускаться в организме. Как у меня появилась бодрость, молодость, сила духа. Мышца начала восстанавливаться. Здоровье – это состояние тела и души, при которых у человека не возникает болезни. Эмоции, заряженность на оздоровительные мероприятия и их регулярное выполнение играют тут огромную роль. Эксперты говорят, что между негативными мыслями и реакцией тела существует прямая взаимосвязь. Это называется психосоматикой. Вот этот хронический болевой синдром, болезнь опорно-двигательного аппарата, это неоднородная группа заболеваний. Куда входит психосоматика? Наверное, половина людей страдают болью, не имея к этому никаких морфологических обоснований. Невероятно, но часто болезни мы придумываем себе сами. Забавы или скуки ради. Смотрите, эти женщины могли бы просиживать очереди в поликлинике, потакая своим болячкам. Но каждый день в любую погоду они посвящают тренировкам. Будь это лыжи или бассейн, занятия гимнастикой или скандинавская ходьба. И они забыли, что такое дежурный терапевт. Понимаете, сейчас времени нет совсем, потому что занятия и домашние дела заполняют все пространство. Значит, занимаемся кроме скандинавской ходьбы еще и соматикой, и йога. Некоторые наши девочки даже ушу занимаются. Эти женщины давно поняли, что перестать болеть очень просто. Надо занять себя активной деятельностью. Татьяна за полтора года скандинавской ходьбы похудела на 15 килограммов. Но для нее это всего лишь приятный бонус к хорошему самочувствию. Кроме скандинавской ходьбы, я делаю по утрам регулярно зарядку, ну, которая состоит из обычных несложных упражнений, но 15 минут и регулярно. Еще, ну, такая маленькая закалка, я обтираюсь льдом. Скандинавская ходьба – модный спорт для людей зрелого возраста. Но это не просто ходьба с лыжными палками, а целый образ жизни, который выбрали для себя эти пожилые люди из Самары. По Волге, по льду, да, и да, переправлялись просто по воде, чтобы погулять в других местах. Тут вообще красота у нас. Но они выбрали активную жизнь, несмотря на возрастные болезни, которые есть у каждого из них. Уже 6 лет эти дамы занимаются модной скандинавской ходьбой. Но не ради моды, а потому что это занятие дает прилив сил на новые свершения. То есть уходят даже хронические заболевания. Да. Причем нормализуется все. Сахар, холестерин, давление. Я не знаю, я считаю, что это практически панацея. Осанка исправляется. Да. Прогулки на свежем воздухе помогают дышать астматикам и сердечникам. Координация мозговых долей служит профилактикой болезней головного мозга. Но, как и во всем, для достижения результатов необходима правильно выстроенная техника. Недостаточно взять в руки лыжные палки и пойти в парк. Специальные палки для скандинавской ходьбы. Если неправильно выставить высоту палки, то у вас будет плечо работать не так, как нужно, и вы вместо пользы можете принести вред своему здоровью. Поэтому желательно, прежде чем начинаться, заниматься именно взять хотя бы несколько уроков у хорошего инструктора. Галина Викторовна страдает диабетом первой степени с детства. Несколько лет назад увидела занятия скандинавской ходьбой и загорелась попробовать. На первый взгляд все выглядело несложно. Люди ходят с палками, улыбаются, дышат свежим воздухом. Но на практике правильная техника ходьбы оказалась в разы сложнее. Ну, сначала тяжеловато. Тяжеловато. Ну, ничего. Но если месяц выдержать... Нет, а знаете, почему тяжеловато? Потому что приходим все не тренированные. Да, да, и да. Вот даже 2 месяца. Я себя первые 2 месяца все время уговаривала. Сам главное не бросить. Вот. И когда ты не бросаешь... Заставить себя ходить. И все. И после этого ты понимаешь вообще вот этот кайф,
И у тебя уходят все болезни, ты зиму проводишь без заболеваний, у тебя проходит спина. Скандинавская ходьба – это аэробные увлечения, которые могут себе позволить люди старшего возраста. Особенно рекомендуется для снижения веса и общей профилактики здоровья при диабете, когда у человека ухудшается кровоток. Поэтому ходьба играет положительную роль для всего организма. Но даже у этого невинного на первый взгляд увлечения есть ряд противопоказаний. При этом надо понимать, что есть у тебя артрозы голеностопных суставов, артрозы коленных суставов, артрозы тазобедренных суставов, то ходить в скандинавской ходьбе просто нельзя. Но настоящие мужики не всегда идут к докторам. Да и физкультурой заниматься предпочтут в последнюю очередь. Многие ошибочно прибегают к самолечению. Используя информацию, которой очень много, человек может себе помочь, но может и навредить. Правильное движение лечит, неправильно калечит. То есть само по себе упражнение не лечит. Это ошибка большинства людей, которые думают, что если он на костылях пришел в зал, что-то начал двигаться, прыгать, плавать и так далее, он выздоровеет сам собой. Это ошибка. Чтобы самолечение не нанесло вреда, а человек смог продолжать бороться за свое здоровье, необходим верный диагноз и методика лечения от проверенного специалиста. Но не каждый врач занимается медициной по зову души. А это значит, что может проявить недостаточное внимание к проблеме пациента, особенно в комплексном лечении. У нас идет какой-то, знаете, такой инстинктивная защита. Вот я досмотрю на пациента, я говорю, а это вы тоже вот с этим принимаете? Он говорит, это нет, это я что-то принял, у меня голова закружилась, я не стал. Я думаю, вот голова-то от него не кружится. Но если он это лекарство будет принимать вместе с тем, что вам прописали, у него может смертельно опасная аритмия, это может на тот свет уйти. Важно понимать, что рано или поздно все сталкиваются с проблемами со здоровьем. Пока мы молоды, это нас не волнует, но потом бывает уже поздно. Насколько мы будем подготовлены к любой жизненной ситуации и насколько готовы бороться за свою жизнь, зависит только от нас самих. Хотя многие вещи не требуют ни больших денег, ни многого времени. Порой достаточно всего лишь не делать того, что приносит вред. На самолечение никому же в голову не приходит. Дай-ка я буду самолечиться. Дай-ка я сейчас брошу курить. Дай-ка я сейчас похудею на 15 килограмм. Дай-ка я встану на лыжи. Дай-ка я пойду померяю давление. Может, я соль перестану есть. Может, я водку перестану пить. Выбирая себе оздоровительное занятие по душе, важно помнить, что заниматься нужно регулярно и хотя бы в начале обязательно консультироваться со специалистом. Тогда мы сможем прожить долгие годы, пребывая в здравии, бодрости и хорошем настроении. А на сегодня наши шокирующие гипотезы закончены. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18:00.